Всем привет! Ну вот следующий день. Сегодня, в общем, решил слить масло. Движок уже прогрел. Также подключил вот этот бак. Вот у меня обратка идет отсюда. Нашел вот такую металлическую трубку. Шланг был короткий, пришлось такую трубку сделать. Тормозная трубка. В общем, сливается туда. Подача у нас отсюда. Поставил новый фильтр. Как видите, он чистый. Потому что бак у нас не ржавый. Бензин пока отфильтровал, бензин старый, который из бака. Ну, здесь все стандартно уж. Теперь все работает, все качает, ничего не замерзает. Тормоза не смог прокачать, потому что главный цилиндр вот этот, он, в общем, не качает. Не знаю почему. Ну, как будто в холостую работает. В общем, качаю, а жидкость, ну, напора нет, в общем. Она, в общем, самотеком текет, а толку нету. В общем, главный цилиндр надо будет перебирать, ну или ставить новый. В общем, толку от него нету. Сделал только ручник. Здесь планку поменял местами. Ну, там выемка такая, когда колодки изнашиваются, ставишь на другую. Также снимал ручник, вот 4 болта. Там идет внутри вот такой трос и алюминиевый шкив. Шкив я поставил на второе место. Теперь ручник схватывает моментально. Вот видите, все, он схватил. Ну, я еще его не настроил, надо хотя бы, чтобы 3 щелчка было. До этого ручник я двигал, и толку не было. Пришлось перекинуть шкив, и ручник стал хорошо работать. Так, ну что, сливаем масло. Вот наш ключ. Движок прогрелся. Сейчас посмотрим. Масло пока сливается, сейчас пробка упала в тазик. Масло черное. Еще раз напомню, 10 лет не меняли масло, поэтому решил масло слить. Кстати, масло здесь сливать удобнее. Вот смотрите, я подлез, и все нормально. Также вот сегодня установил бампер на Запорожец. Этот бампер от классики. У меня лежал бэушный. Вот еще один бэушный у меня лежит. Тоже надо будет его куда-нибудь применить. Это у нас задний, это передний. Так, это бампер от Запорожца я снял. Немного ржавый, правда. Почему я его снял? Потому что здесь не было клыков. Вот здесь вот клыков не было. В принципе, клыки продаются на Авито. Бушные просят 200 рублей плюс пересылка, получается 500 рублей, чтобы
заказать новые клыки. В общем, подумал, нафига я буду тратить 500 рублей, когда можно поставить клыки от Шохи. Цена 35 рублей и смотрится более-менее нормально. Бампер был немного длинный. Я, в общем, здесь отрезал. Бампер установил на стандартное место. Вот болт. Здесь, в общем, свое отверстие было. Здесь отверстие сам просверлил. Вот оно, заводское отверстие. Ну, в общем, бампер длинный, пришлось подрезать. Ну, стало все нормально. Также вот здесь вот подрезал немного, потому что фартук задевал бампер. Так, вот от него часть. Пришлось подрезать. Ну, вот так он вставал, задевал, и этот бампер, в общем, бампер ровно не ложился, он как бы вниз наклонялся. А так он смотрится ровно. В принципе, все. Ну, бампер бушный, ну, пойдет. Здесь вот отверстие было. Ну, а этот смотрелся не очень красиво, без клыков. А этот смотрится немного получше, в общем. Также купил наклейки. Цена 150 рублей. Здесь, по-моему, две штуки. Хочу их приклеить на запорожец. Посмотрим. Или сюда, или сюда. Ну, скорее всего, назад. Масло слилось. Давайте его достанем. Вот такое вот черное масло. Сейчас зальем свежее. Масло я не стал покупать новое, потому что у нас бюджетный вариант. Решил залить из того, что есть. Здесь, в общем, где-то 2 литра и здесь, по-моему, 3 литра. Зальем, так сказать, ассорти. Ну, нам надо, по-моему, туда 3,75 по книжке. Так что у нас будет вот такое вот масло. Ну, на первое время пойдет. А потом поезжу немного и солью. Летом зальем уже нормальное масло. Пустота. Также хотел перевесить номер. Вот такое крепление. В общем, там просверлить и сделать номер пониже. Также сигнал хочу убрать вовнутрь, чтобы он здесь водой его не заливало. Ну и смотрится он некрасиво. Кстати, тоже надо разобраться, посмотреть, почему он не работает. Или там причина на руле, или здесь. Thank you.
Так, ну что по итогу? Временный бак сделал, тормоза сделал. Правда, теперь только ручник работает. Но хоть какие-то тормоза. Также бампер поставил. Хоть какой-то. В принципе, на сегодня все. Печку уж будем потом в другой серии делать. Сейчас вам покажу, как работает ручник. Из тормозов у нас только ручник работает. Но я все равно буду разбирать главный цилиндр и посмотрим. Может, я неправильно собрал. Может, ремкомплект попался бракованный. В общем, буду разбираться. А так вот на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачки, всем пока и до следующего видео.